Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блог Дальневосточника. У нас срочные и опять печальные новости. Если честно, сегодня я хотел делать новости про отношения, про знакомство в интернете. Хотел разобрать, как сильно парни ошибаются, как они унижаются, как они клянчат секс. Но сейчас не об этом. К сожалению, в отношении авторов видео о депутате, о вымышленном депутате Виталии Наливкине возбудили уголовное дело реальное по статье в хулиганстве с применением взрывчатых веществ. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело на авторов YouTube-канала «Барракуда», известного по серии роликов о вымышленном депутате Виталии Наливкине из города Уссурийска Приморского края. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Алексей Пивоваров со ссылкой на продюсера шоу Андрея Клочкова. Расследование ведется по части 3 статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств». По этой статье можно получить срок лишения свободы от 5 до 8 лет. Ребят обвиняют в тяжком хулиганстве. Якобы оно было в видео, где Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета. Тот ролик вышел 1,5 месяца назад, претензий ни у кого не было. Правда, потом вышел ролик с пародией на одну из генеральш МВД, которую спародировала Марина Вульф. И ее за это посадили. Ну, конечно, посадили по другой статье, но думают все, что посадили именно из-за этого. Давайте вспомним, что же из гранатомета взрывал Виталий Наливкин. Я припоминаю два случая. Первый случай был очень давно, когда данный депутат, в кавычках, вывез контору микрозаймов, которые дают под адский процент кредиты, и расстрелял ее из гранатомета. И второй случай был не совсем давно, когда Виталий Наливкин обнаружил, что на какой-то остановке лежит какой-то странный пакет или сумка. И он решил обезвредить данный объект, потому что все подумали, что это какое-то взрывное устройство. И так Виталий Наливкин стал стрелять из гранатомета по данному объекту, но случайно попал в щит одной из политических партий. Я думаю, вы догадаетесь, какая это партия. И щит с рекламой политической партии был уничтожен. Затем Наливкин открыл эту сумку и обнаружил, что там находились какие-то овощи, которые якобы были украдены какой-то мафией, которую возглавляет один из сотрудников полиции, по мнению авторов видео. А вместо щита одной из партий, я думаю, вы поняли, какой партии, Наливкин поставил свой предвыборный щит. Подумайте, за что же его могли привлечь? На что же могли обидеться? На то, что он взорвал какую-то будку с микрозаймами, или на то, что он взорвал щит с какой-то партией? Я думаю, вы поняли, какой партией. Поэтому сейчас все очень серьезно. Сейчас в настоящее время в квартирах у всех людей съемочной группы проходят обыски. И таким образом можно сказать, что использование таких вот спецэффектов будет жестоко наказано, скорее всего, потому что срок не маленький и серьезная очень статья. Непонятно, конечно, где они взяли гранатомет, и я лично думаю, что это все спецэффекты, там какие-то пиротехника, это явно не настоящее оружие. Вот такие вот дела. Но сейчас непонятно, что им будут предъявлять. Будем следить за развитием событий. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Вот такие печальные новости. Подпишитесь на канал, распространите это видео, чтобы люди знали о том, что вот происходит с таким вот известным актером и известным проектом, как Виталий Наливкин. Спасибо за внимание. С вами был Блог Дальневосточника. До скорых встреч. Пока.